Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Аздару. Елена Мищенко в студии, в эфире «Итоги недели Центральной Азии». Главные темы недели мы собрали в одном выпуске, и сегодня вы узнаете. Депортации правозащитников из России. Сотрудники МВД Таджикистана преследуют коллег из АТО ОМОНа. Временный запрет. Узбекистан ограничил авиатранзит в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии, Афганистана. Энергетический кризис в Кыргызстане. В Бишкеке откроют дополнительные точки продаж угля. Запреты на протесты. В Казахстане за полтора года зафиксировано почти 150 отказов в проведении мирных протестов. Трудности с транспортом в Туркменистане. Частным маршрутным такси запретили курсировать между Ашхабадом и другими городами. Дискриминация и преследование верующих в Таджикистане. Власти США раскритиковали Душанбе за ограничение свободы вероисповедания. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Таджикистан включен в список стран, вызывающих особую озабоченность, наряду с Бирмой, Китаем, Ираном, Пакистаном, Россией и Саудовской Аравией. Правительства этих стран причастны к систематическим продолжающимся и вопиющим нарушениям в области религиозной свободы. По его словам, США будут продолжать оказывать давление на все правительства, чтобы они исправили недостатки в своих законах и привлекли виновных в нарушениях к ответственности. Власти Таджикистана пока не прокомментировали это заявление, но в предыдущие годы называли подобные оценки необъективными и несправедливыми. Ежегодно Таджикистан наряду с другими странами обвиняют в ограничении свободы вероисповедания и подвергают критике. Однако власти страны всегда отвергают эти обвинения, утверждая, что эти заявления не имеют под собой фактических оснований и в качестве доказательств ссылаются на существование более 3000 мечетей в стране. Но все же сотни священнослужителей и преподавателей исламских образовательных учреждений подвергаются преследованиям, давлениям и заключаются в тюрьме. Сотни мечетей и медресе закрываются, женщины в хиджабах подвергаются преследованиям, сотни мужчин жалуются на то, что милиция насильно бреет им бороды. Депортация правозащитников из России. Сотрудники Министерства внутренних дел Таджикистана намерены задержать таджикского правозащитника Шухрата Кудратова, Кадама Исматова и еще нескольких коллег из АТО ОМОНа и доставить их в Таджикистан. Таджикский правозащитник Шухрат Кудратов, проживающий в России, сообщил, что группа сотрудников МВД Таджикистана, находящаяся в эти дни в Москве, ведет по этому поводу переговоры с российскими властями. Правозащитник сообщил радио ZD, что он узнал о прибытии группы сотрудников МВД Таджикистана в Москву из нескольких источников, близких к министерству, в частности, из Управления по борьбе с организованной преступностью. Представитель МВД Таджикистана опроверг данную информацию, но в то же время отметил, что правозащитник подозревается в сотрудничестве с запрещенным в стране Национальным альянсом, объединившим оппозиционные группы в Европе. Сам Шухрат Кудратов заявил, что не имеет никакого отношения к Национальному альянсу и не понимает, откуда взялось обвинение. Также 8 ноября российские правоохранительные органы в Москве задержали Мухаммадхона Эгамова, одного из ближайших соратников из АТО ОМОНа, и его могут депортировать в Таджикистан. Российские власти пока не прокомментировали его задержание, однако его родственники и друзья считают, что настоящей причиной задержания является сотрудничество с АТО ОМОНом. Также СМИ сообщили, что российские власти аннулировали российское гражданство активиста социальных сетей Кадама Исматова. По словам самого Кадама Исматова, российские власти лишили его гражданства 22 сентября, но уведомили его по почте всего несколько дней назад. Приговор без изменений. Верховный суд Таджикистана оставил без изменения приговор из АТО ОМОНу, осужденному защитнику прав таджикских мигрантов. В октябре суд города Душанбе приговорил его к 9 годам лишения свободы за мошенничество. Но из АТО ОМОН и его родственники потребовали пересмотра дела. Махмадюсуф Холов, сын из АТО ОМОНа, сказал, что Верховный суд рассмотрел их кассационную жалобу в отсутствие его отца 16 ноября. Адвокат заявил, что суд без доказательств
приговорил его подзащитного к 9 годам лишения свободы. Но в ответ ему посоветовали принести справку из МВД о том, есть ли в деле Изата Амона новые обвинения. Что имелось в виду под новыми обвинениями, неясно. Родственники говорят, что в деле Изата Амона не было других обвинений, кроме мошенничества. Попытки журналистов АСДТВ выяснить подробности в Верховном суде Таджикистана пока не увенчались успехом. Напомним, что суд города Душанбе приговорил 19 октября Изата Амона к 9 годам лишения свободы. Но подробности дела и сам приговор не были официально преданы огласке. Сторонники Изата Амона считают, что его задержание и предъявленные ему обвинения на самом деле политически мотивированы и связаны с его критикой правительства Таджикистана. Временный запрет. Узбекистан 17 ноября ограничил авиатранзит в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на представителя УЗ-авиации. По его словам, авиакомпании, выполняющие рейсы из Узбекистана в Беларусь, должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан вышеназванных стран. Как сообщает Радио Свобода, ранее белорусская авиакомпания Белавия прекратила перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Такое же решение приняла турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Власти Ирака приостановили прямое авиасообщение с Минском и отозвали разрешение на работу почетного консула Беларуси в Багдаде. Запреты на протесты. Правозащитниками мониторинговой группы «Активисты-неэкстремисты» в Казахстане за полтора года зафиксировано почти 150 отказов в проведении мирных протестов, шествий и одиночных пикетов. Из них 118 в нынешнем году. Один из последних случаев – отказ акимата Алматы в проведении мирного шествия 11 декабря, уведомление о котором подали алматинские правозащитники Бахыджан Торегожина и Галым Агелиуов. Как сообщает радио «Свобода», в ответе властей говорится, что в проведении акции по защите от дискриминации прав и свобод отказано, потому что по маршруту планируются ремонтно-монтажные работы. Местные власти отказывают правозащитникам в проведении мирной акции во второй раз за последние несколько недель. Закон о мирных собраниях, который сохраняет за местными акиматами право не согласовывать митинг, был принят в прошлом году в условиях чрезвычайного положения и действовавших в стране ограничений на передвижение. Правозащитники и активисты заявляют, что в руках представителей власти по-прежнему находится полный контроль за проведением мирных собраний граждан, право на свободу которых казахстанцам гарантирует Конституция страны. В Москве по запросу Бишкека задержан житель из Фары Комилджон Юлдошев. Об этом сообщает радио «Зади» со ссылкой на родственников задержанного. Осимджон Юлдошев рассказал, что 29-летний Комилджон вылетел 16 ноября в Москву на заработки, но в аэропорту Домодедово его задержали. Ему сказали, что по запросу Кыргызстана он находится в розыске. Родные говорят, что связались с посольством Таджикистана с просьбой о содействии. Комилджон Юлдошев – уроженец из фаринского села Сурх, который находится на границе с Кыргызстаном. По словам его родственников, власти Кыргызстана обвинили Комилджона в участии в приграничном конфликте. Он не единственный гражданин Таджикистана, задержанный в России по запросу Кыргызстана. Ранее задержанный в России Диловар Джураев был освобожден 16 ноября. В начале февраля этого года был задержан 45-летний житель Джамуата Вурух из фаринского района Фуркат Абдуфатоев. Спустя 5 месяцев его освободили из-под ареста. С таджикской стороны также зафиксированы случаи, когда страна просила у России задержания и экстрадиции гражданина Кыргызстана. В апреле по запросу Таджикистана в России был арестован кыргызстанец Эсенбай Мажитов. В июле он был отпущен под домашний арест из СИЗО в Нижнем Новгороде.
В Бишкеке откроют дополнительные точки продажи угля по цене 3000 сомов за тонну. Об этом сообщило госпредприятие «Кыргызкомур». Такое решение принято на фоне огромных очередей на первой точке, которая заработала 16 ноября. Как сообщает Радио Свобода, на продажу угля введен лимит. Одна семья может купить не более 2 тонн топлива. Ограничение может быть снято в ближайшие дни. Также в Бишкек направляется 16 машин с 25-30 тоннами угля каждая. В Кыргызстане с наступлением холодов на рынке угля наблюдается ажиотаж. Нацстатком сообщил, что по сравнению с октябрем прошлого года уголь подорожал почти на 20%. Президент Задыржапаров заявил, что из-за саботажа на предприятии «Кыргызкомур» добыча угля в этом году началась поздно. Трудности с транспортом в Туркменистане. С 8 ноября частным маршрутным такси запретили курсировать между Ашхабадом и ближайшими населенными пунктами. Об этом сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана». Ранее маршрутки ездили в ближайшие к столице поселки и были популярны среди населения. Интервал движения автобусов составлял 4-5 минут, что было удобно для жителей регионов, которые утром ездили в город на работу или учебу, а вечером возвращались домой. Теперь пассажиры лишились удобств, а водители частных микроавтобусов – работы. Сейчас по этим направлениям ходят только пассажирские автобусы с интервалом от 30 минут до часа. Соответственно, в них набивается большое количество пассажиров, что создает идеальные условия для распространения коронавируса. Предполагается, что это сделано, чтобы государственные пассажирские предприятия получали больше прибыли. В эти же дни служба дорожной безопасности полиции Ашхабада вновь усилила борьбу с частными такси, которым запретили работать несколько лет назад. Полицейские останавливают легковые автомобили, если внутри, кроме водителя, находятся еще люди. Даже если это члены семьи, их долго опрашивают, сверяют документы и лишь потом отпускают. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели Центральной Азии. Спасибо, что остаетесь с нами. Встретимся скоро на канале. Аздару!